Видишь, тебя забомбил сейчас. Побольше пушек возьмите. Хотя это можно твинка. По 7, наверное, пойдет вниз. Флажка уже идет. Она падает, флажка. Я встречу. Одни лаги, смотрите. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Так главное, ни с кем не врезаться со своим, блин, прошлым. Ну да. Что за состав, поймешь? Так, тебя ищут, Вась. На Кацуна какая-то. Тут и спрятаться-то негде особо. Он пролетел, не увидел, я. У него экипаж не прокачивает. Заходит обратно. Нашел. Промазал. Еще раз заходит. А у нее две бомбы должно быть. Да. Попал, скотина. А как у нее, сколько у лосин бомб? Две. А как он три раза бомбил? Два раза. Раз не видел меня, второго. Сейчас я заезжаю быстро. А, там шухер, да? Заезжай, если меня забрали. Шестерка, стабилизатор. Лашка до сих пор летает. Нет, да я добью ее, все. Красава. Спасибо. Мы там оставили ЛФ-ку, блядь, на высоте. Ну это ЛФ-ка, чувак. Фрифайр, смотри, леший на тебя падает. Леший, затекай. Там уже вся критованная в хлам. Все, Бенч, я полетел на резку. Хотя нет. Все, бомбите, я пошел, короче. Контролить. Это так на мозг капает. Бросьте на точку А, ребята. Вербля он спасает. Ты видишь, где бьет? Я же уже попал. Попал, да. Сколько минут подвесил? 50 секунд. А, у меня еще минут. Забрали меня, ребят. Они хорошо играют, как бы не надо расслабиться. Они, может, сами расслабились, типа, блин. Да не надо расслабляться. Хотя это, может, лоховской состав слишком. Это твинки. Там у них праведник, а офицеры, а остальные твинки. У них есть сильный состав, который, ну, такой, знаешь, вот, там ГЭшник. Свечу. Бомба есть, зенитка там есть? Они все хотели, чтобы мы с ними обменялись. На респу к нам приехал. Болот хотел. Еще. Забомбите его, кто на респу к нам приехал. Шуников, да? Что, они со всех сторон обошли. У кого подвесили, Орел? На респу. Подождите, вы танки со всех сторон обошли, Леша, ты просто никуда не едешь. У тебя один танк. Что ты? Ну выходи, да, просто. Ты как светляк работаешь за горы. Я тебе говорю, подожди, 30 секунд, по идее, ребята перезарядятся. Падайте одновременно абсолютно, не надо по одному. Первым делом выцелить один сраный вимбер. Просто его выцелить и все. Я знаю, он от точки, если смотрите. Первый раз, когда падаете, идете на одновременно все на одной скорости, приближайтесь, и когда на первом заходе, не надо бомбить. Сразу же кругаля делайте, как клубок такой, чтобы запутаться, короче, врага офигенно. А потом круг на километре на этой высоте, ну как бы начинайте бомбить. Когда вы все падаете, как бы бензинки вас распределяют. И когда вы прям перед ними все крутанетесь, клубок такой, они так затупят. Блядь, на меня на респе клубок. Блядь. На меня на респе хуячат, блядь, пока вот так, блядь, ты там объясняешь. Надо вам понять просто эту долго сыгранность. Забей, Тьма. Многим уже играют по 5 лет, не понимают, что делать. Ну, конечно, да, это как бы такое дело сугубо личное. Просто есть слишком простые вещи, которые дают охрененный успех, на самом деле. Диман, кто знает, как разводить зенит, там, тыры-пыры. Вот сейчас играет просто. Это понятно. Когда у тебя преимущество в воздухе, ты можешь развести зенитку, блядь. А когда нет преимущества в воздухе, то извини. На Мирке можно и без преимущества в воздухе умудряться. Видишь, БФК, она бомбить, ну, четко очень надо. Приходится выравниваться. Она тяжело выходит, прошу. Просвент вышел.
Давайте, давайте. Опа, откуда? С нашего леса. С нашего леса. Наверное, блин, не знаю. Разбивайте. Эльфрон, ты крестованный, нет? У меня третий там. Да. Разбивай самолет, бери бомбы. Блин, ебать вы ноете. Я просто уже вышел и два танка схерачил. Спокойно, не понимаю. Давай, хоть на осмин-то выпаду. Я скажу, заберу. Осмин где? Зарезал. Попадание, попадание. Вижу. Он стреляет. Что он гореть будет, Осмин. Вот да, точку ты... охраняют очень сильно. Меня он забрал. Осмин критованный, горит. Бомбите уже. Танк возьмите. Варлок, танк. Взял. Ягер, танк, два танка. Остальные бомбы. Я беру танк. Зенитку, ягер. А не, не надо зенитку. Не, не надо. Там под камень поехала зенитка. Давайте, мужики, бомбите танки на точке. Вот я нашим танкам показываю. Вот тут должно быть два танка. Во, ништяк. Еще три танка. Зениток нету, вообще свободно бомбите. Народ, я не светляки вижу. Светляки работают. Вообще не вижу никого. Подсвечивайте танки, приближайтесь к точке поближе. На точке должен быть танк. Точка. И от точки право, смотрите, сейчас вот два танка наши пойдут. Смотрите, справа. Блин, справа. Засмотрелся. И вторую вижу. Блин, забрал меня. Ё-моё. Я пошел против трех самочек. Надо срочно сбивать ее. Зенитку, танк, зенитку еще одну. На точке танк стоит, запомнил. На точке. Осторожно, арту бросил. Вот и все. Снимаю. Красава. Так, возьму зенитку, вас прикрою. Взяли бобров. Бобров взяли, да. Нам сейчас успеть просто точку. Я думаю, этого недостаточно. А уже разбомбили. Танки так, идут. Беру самолет. Зенитку надо поближе подъехать, чтобы... Больно, Ром, больно. Давай, прикрывайте. Смотри, да, это правильно смотрит. Как так? 17% я не попадаю просто. Шестерка. Зенит это делает. Вижу. Вот, подъезжайте к точке. Один танк. Блин, сейчас перезаряжусь. Ниже спускайся. Только тащи. Забрал. Сбиваю зенитку, беру в Будвору. Сейчас пройдусь. Зенитка нету, хорошо. Тут надо, блин, тут... Игра, я, короче, на точке, на точке. Какая Дора? Дора нет. Ладно, беру, блядь, бомбы. Зенитки не было. Сейчас откидаюсь, подожди. Танка 4 должен забрать, блядь. Мы пока перейдем. А там мы достанем. Блядь, меня на точке бьют со всех сторон. Понятное дело. Ожидать время. Варлок, давай быстро ШК забирай. Я отбомблюсь по ходу. Надо к точке ехать. Бля, подожди, сейчас отбомблюсь. По последней смерти. Хорошо играет. Нехорошо. Прошу, блядь, я... Да ёпта, не шутит. А это, блядь, плохие. Последний бой. Вот как тебе удается 5 к нулю играть? Куку, ёпта, его никнейм. Вот так это? У меня самое большое достоинство в этой игре было. 2100 очков было. Да, да. Танка возле точки. Есть бомба, надо бомбить.
Давай, Натан. Пока не кидайте две бомбы на один танк. На точно кидайте. Еще один. Три. У нас минус один. Взять. Кто на точке? Блять, не вижу. Я сейчас не дам им захватить. Да есть, два, и два, наверное. Заберу. Блять, захват. Забирай. Отлично, отлично. Я заберу, все, ладно, сам. Забирай, забирай, я просто не даю. Я забрал, все, давай, я пошел, самолет встречаю. Нету самолета. Так, у кого смерти есть один? Давай, Леша, заряжай этот калибр и бей прям ниже, прям колеса. Калибр, все, меня ИС-2 забрал, где-то прятан. Бля, ну давайте на точку едьте побыстрее. Я на точку. Не пойди, сейчас пробомбим, лечу то с подвеса. Вот я отстрелился, сейчас меня убивают. Тут обидно проиграть, как бы, честно сказать. Давай на точку быстренько всем. И двое еще. Ну что, еще подвеса в ключах. Сейчас потихоньку не спеша. Ага, не успеем. Успеем. Да, блядь, вот на точке просто убивают так. Еще три четверка там осталось. Будет бомба, нет? Сейчас будет, лечу. А, за камнем. Бледина. Мимо. Пашка вышла. Слева, ну, с их стороны. По точку заедь просто, и все. Не надо с ним бодаться, подожди. Да, я сейчас даю, кинем бомбу. Вот где этот... Сейчас подъеду, подожди. Не дайте захватить точку. Все, я расставлю. Все, бин. Вот второе место сделали, третье, блядь. Я там, блядь, нормальные игроки, я тебе скажу, это не лохи. Просто они, типа, лич посмотрели, может, десятое место, знаешь, типа, похер. Ну, расставлю. У нас так тоже, мы тоже вам проигрывали, в сотках даже были, когда просто рассосало и все, знаешь, так раз и, блядь, проебали по танкам. Слабенько поймал еще, помню, и все, да. Ну, и точно надо мне в конце заходить, короче, вообще будет все сделать. Да, не обязательно, не успеем, сейчас уже закончится. Да, они уже не выходят. Не, ну можно было бы, если бы они протянули по времени, можно было бы. И они не могут просто выйти уже. Это ж комбомбу кинул, не ее дальше. Просто кто-то умудряется на 5 смертей 0 фрагов делать. А я тебе объясняю, значит, первый мне раз...